Вообще, во Всероссийский день снега в массовых спортивных состязаниях в городах Чебоксары и Новочебоксарск приняли участие около 1000 поклонников активного образа жизни. Физкультура и спорт давно в почете у жителей Чувашии. По статистике, более 35% жителей республики регулярно занимаются физкультурой. Массовая зарядка со звездой в столице республики получила свое продолжение и в районах Чувашии. В каждом муниципалитете построены физкультурно-оздоровительные комплексы. Спортивная база постоянно обновляется и пополняется новым оборудованием. Все это помогает растить новых чемпионов. Мне нравится здесь. А почему здесь тебе нравится? Потому что можно поплавать. А хорошо. Ты научился плавать? Да. А как ты плаваешь? Хорошо. Чтобы новые фоки работали планомерно в течение дня, здесь начали проводить школьные уроки физкультуры. Около 80% ребят занимаются здесь мини-футболом, волейболом, стрит-баскетом и другими видами спорта. Тема здорового образа жизни проходит сквозной нитью во всех посланиях главы Чувашии, депутатам Госсовета и народу. Чувашию признают лидером в развитии физической культуры и спорта на всероссийском уровне. Республика имеет опыт проведения всероссийских и международных соревнований. Вольная борьба, легкая атлетика, самбо, биатлон. Активными темпами развиваются порядка 70 видов спорта. И несмотря на жесткую конкуренцию, чувашские спортсмены каждый год пополняют национальные команды страны. Сейчас в официальные списки включено более 140 человек. Я рада, что заняла первое место. Но результат, конечно, слабый. Я думаю, что на первенстве России результат лучше. В 2014 году Чувашия встала в один ряд с мощными спортивными центрами страны. Республика приняла гостей и участников международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Республика и город и последние годы очень много делают для развития спорта. Такая динамичная идет работа по развитию спорта. Растет количество спортивных сооружений, создается система, правильная система подготовки спортивного резерва. Республика становится центром проведения крупных спортивных событий. То есть мы это всячески приветствуем, и поэтому президент страны принял такое решение провести именно в Чебоксарах. В этом году Чувашия готовится еще к одному масштабному мероприятию – командному чемпионату Европы по легкой атлетике и чемпионату мира по спортивной ходьбе в 2016-м. Ход подготовки к этим значимым событиям в мире спорта контролируется правительством республики.